27 по 29 марта 6 подозреваемых похитили 24-летнего местного жителя и удерживали его на территории Заволжского района. Предварительно установлено, что они заподозрили потерпевшего в краже криптовалюты и требовали от него денежную сумму в размере более 700 тысяч рублей. Противоправные действия подозреваемых были пресечены в ходе совместных мероприятий сотрудников региональных управлений МВД и Следственного комитета при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Расследование уголовного дела продолжается.